31 марта 2023 году я нахожусь вот здесь, вплотную к Аби. А это самый знаменитый мост, может быть, на всю Сибирь или на весь, на всю Федерацию. Вот машины, вот какие стояки, я все показывал. Но меня интересует сегодня вот что. Ожидает, как будто бы неприятность какая-то будет. И вот такие вот машинки есть. Вот здесь 15 стоит. Притом в любое время суток приди, никого нет, никто не охраняет. Вот что удивительно. Теперь порассуждать, зачем они их выставляют? Еще в другом месте, тут рядом же, тоже есть. Вот рядом тут речной вокзал был. Видимо, продали здание. Копают тут все. И вот, говорят тут что и как. Повторяю, это опись. Еще не вскрылась, но уже по ней не пройдешь. Иначе подо льдом окажешься. Вот. И там Яна, вроде бы крестителя, храм. Благослови все, Господи. Сейчас я покажу дальше, как тут у них все делается здесь. Загородились, видимо, думают дальше строить. Вот там у нас строят многоэтажные дома. И вот они, похоже, начали здесь отделились. Вот большие котлованы, похоже, это будут или для машин, или там склады какие, может быть, будут. Вот так. Еще по окрестности показываю знаменитый мост Сибири. Я уже поднялся наверх здесь. Здесь автобусы все разворачиваются. Вот оно. Как есть. Это как будто бы монастырь Знаменский. Красивый город Барнаул. Вот так. А это вот такие дома интересные. Там бригантин или как называются. Вот. И там дальше я буду снимать еще. Вот эти же самые самокаты, или как называть их, можно посчитать, сколько их, почти 20. И они здесь в любое время суток, и никого нет охраняющих, нигде нет. Кто стоял, я всем подходил, нет, не могу. Вот теперь узнать бы, с какой целью их ставят. Узнать, кто сворует, а в них, может быть, монтирована какая-нибудь деталь, которая будет говорить, где они находятся, как щит какой. Вот так. Сейчас мы посмотрим отсюда, как на гору, видать, каньон, я говорю, слово Барнаул, этот монастырь. Видно, что тут открыто мы находимся. Я на другом пункте объект нахожусь. Вот так, сейчас тут мы идти домой, поэтому... Все, слава Богу.